за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, от имени президента Российской Федерации наградить орденом Пирогова Афиногенова Михаила Александровича. В реанимационном отделении Щелковской областной больницы Михаил Афиногенов спасал жизнь тяжелых пациентов, подвергая риску свою. Указом президента России Владимира Путина Михаил Александрович удостоен ордена выдающегося врача Николая Пирогова. Государственную награду вручил директор больницы Дмитрий Логинов. Принимали оперативные решения, больные подчас были в крайнем состоянии, в критическом состоянии, поток был очень большой, но работали мы очень слаженно, это и надо отдать должное нашему руководству и нашему слаженному коллективу. Врач-невролог Алина Османова поднимала на ноги крайне тяжелых пациентов, у которых ковид дал осложнение на центральную нервную систему. Когда случилась пандемия, конечно, мы сразу все доктора, не выбирая, не смотря на свои должности, мы начали оказывать помощь пациентам. Ну, самое тяжелое было, да, находиться в этом костюме и принимать большой поток пациентов. Светлана Тихоступ до пандемии работала сестрой-хозяйкой. Когда в стационаре не хватало санитарок, Светлана Васильевна приняла мужественное решение выхаживать лежачих больных. Пациенты были очень тяжелые, правда, мне пришлось оказать много помощи. Не жалея своих сил, я вложилась на все 100%. Я не жалею, мне было всех жалко просто. Были непростые времена тогда, когда поток пациентов и заболеваемость увеличена. Наши коллеги достойно, с честью выдержали эту неимоверную нагрузку, оказывали своевременную, качественную медицинскую помощь нашим пациентам, больным с ковид. Государственная награда – знак признательности медработникам, которые, как показала пандемия, исполнили свой долг до конца. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.